Простой узел состоит из нескольких петель, не менее двух, последовательно затягиваемых. При неправильном положении нити в руках происходит их двойной перекрест. Во избежание этого дальняя окрашенная нить должна находиться в левой руке, а ближняя белая в правой руке. Затем формируется первая петля. Обе нити фиксируются большими и указательными пальцами. Белую нить подводят правой рукой под кончик указательного пальца левой руки и формируют петлю. Далее петля затягивается. Степень затягивания контролируется большими или указательными пальцами с равным усилием и зависит от риска прорезывания сшиваемых тканей и возможного разрыва нити. Чтобы при формировании второй петли первая не разошлась, нити держим в натянутом состоянии. Затем аналогично формируется третья петля. Срезаемые концы нитей фиксируются в натянутом состоянии. Ножницы подводятся плашмя, поворачиваются на ребро и концами лезвия ножниц нити пересекаются.